Фотовыставка «История Смоленщины. Достойная глава истории Великой России» – это итоговое мероприятие проекта «Семейные путешествия по дорогам Смоленщины». Открывшись 19 ноября, ее экспозиции стали более 80 семейных фотоснимков, которые десногорские семьи сделали во время своих небольших, но ярких путешествий. Можно сказать уверенно, что наши семейные путешествия помогли десногорцам, участникам проекта, приобщиться к истории родного края, его культуре, лучше узнать духовно-нравственные традиции. Начав экскурсию по родному городу, более чем 30 десногорским семьям удалось посетить 7 исторических мест Смоленщины. Теремок Вафленова, музей-усадьба Михаила Глинки в Новоспасском, поселок Приживальское, национальный парк Смоленское Поозерье и другие по-своему уникальные места Смоленской области стали настоящим открытием для многих участников группы. И считаем, что это очень важно, чтобы семьи ездили и узнавали. Дети наши привыкали изучать. Что значит изучать? Правильно вести себя в музее, узнавать новое о своей малой родине. Ведь это и есть патриотизм. Проект «Семейные путешествия по дорогам Смоленщины» Совет женщин города Десногорска организовал благодаря победе в конкурсе фонда президентских грантов. А экспозиция по итогам поездок открыта в выставочном зале Историко-краеведческого музея Десногорска по 10 декабря.